Уэйкон, ты на Wake Channel, с тобой Виталий. Хотя для близких просто Виталя. Знаешь, мне кажется, интернет и YouTube в особенности — это сегодня просто черная дыра, которая затягивает тебя в самую сердцевину современного медиамира. И многие просто не справляются с таким напором информации и контента. Они пропадают либо в самых сверкающих и привлекательных местах, либо в самых темных закоулках. Я думаю, YouTube чем-то напоминает танец, где есть не один человек, а два партнера, один из которых выполняет роль ведущего. Или YouTube похож на музыку. Есть много жанров, много стилей, исполнителей, слушателей, творцов, гениев, обманщиков. Каждый сам выбирает музыку, которую он хочет слушать. Можешь сам написать музыку, как захочешь. Инструменты всегда есть под рукой, стоит лишь захотеть их найти. В общем, YouTube он разный. И единственное, в чем ты должен здесь действительно разобраться, это то, как двигаться в такт. Тик-так, 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 тик-так. Как словить волну и не оказаться под ней. Путей много на ютубе, но Wake путь один. Подписывайся на Wake, чтобы вейкнуться. Подписывайся на Виталию. Wake on.